Раскатка для пиццы Apache используется в ресторанах и пиццериях для приготовления пиццы и лепешек. Раскатка занимает мало места на производстве, проста и удобна в работе. На панели мы видим кнопку включения и выключения. Ручка для регулировки первичной раскатки находится на верхнем варике, вторичной – на нижнем. Также мы видим балансир для переворачивания заготовки. Берем заготовку и кладем ее в тестоприемник. По окончанию работы мы можем использовать лепешку в нашем дальнейшем производстве.